И еще о безопасности дорожного движения. Первоуральск ожидает большая модернизация пешеходных переходов. За безопасностью на них будет следить электроника. Первые датчиками оборудовали «Зебру» на бульваре Юности. Как объясняют специалисты, датчики движения фиксируют то, что к переходу подошел человек, включается звуковой сигнал, а проекторы рисуют на проезжей части две красные стоп-линии. Эта сигнализация будет работать до тех пор, пока пешеходы не перейдут дорогу. При этом световую разметку будет видно, в отличие от обычной, в темноте и во время снегопада система будет работать круглосуточно. В администрации города считают, что такое ноу-хау сделает нерегулируемые переходы более безопасными. В ближайшее время подобные датчики установят еще на двух пешеходных переходах. Мы сейчас хотим рассмотреть вопрос установки на Береговой, это в районе Оптимиста, где наиболее скоростной участок, где водители часто нарушают правила дорожного движения. А также, скорее всего, в районе строителей, в районе 7-й школы, где не регулирован пешеходный переход, где наибольшее скопление детей, школьников.